Всем привет! Сегодня 30 мая, и на наши сервера пришло очередное обновление. Обновление небольшое, в принципе, всего лишь два аспекта, скажем так, затронуто. Это донат очередной. Добавили привилегии возврата. Вот такая вот кнопка есть, да, возврат. 1000 мах камней за расход. Потратив ежедневно 200 магических камней, можно получить 100. Один раз в день максимально можно получить 1000 магических камней. Действует 14 дней. То бишь, стоит это $5. Вы тратите $5, и в течение 14 дней 10 раз, не более чем один раз в день, да, если вы тратите 200 магических камней, у вас активируется награда, и вы можете забрать 100 камней назад. То есть, в принципе, если вы транжира ежедневная, то вы можете взять за $5 1000 магических камней. Если, например, в обычном пополнении за $5 вам доступно 300 магических камней плюс 150, ну, это будет 300 магических камней пополнения и 150 обычных, то здесь, я думаю, будет просто доступно 1000 магических камней обычных, всего-навсего. Ну, в принципе, в целом неплохой бонус для тех, кто постоянно тратит там магические камни. Это, в принципе, даже очень неплохо. Ну, как очень? Ну, так себе. Если бы там было хотя бы 50% возврата от потраченных, это было бы реально круто. Берешь такую вот за $5 и идешь в рейтинг на 30 тысяч пополнения, например. Вот. Ну, или 30 тысяч растрат, то есть не пополнение. Вот. Ну, в целом, неплохо, все равно. Дальше смотрим, добавили в обликах. В обликах у нас добавили нового коня, как я понимаю, к фестивалю. Вот, лотос. А, вот такой вот кожа коня. Я так понимаю, это к фестивалю еды или как-то так, потому что вот еще крылья есть. Крылья где? Бумажный змей. Ну, в принципе, смотрится эффектно. Но я даже не знаю, с какими костюмами их нужно компонировать. Вот. И лотос. Лотос. Я думаю, я так понимаю, что это будет какой-то фестиваль, там, если я не ошибаюсь. То ли лето, то ли еды, то ли что-то. Ну, короче, непонятно. Вот, добавили, в принципе, вот этих два облика и карту. Это все, что нам добавили в целом. Возможно, какие-то другие были изменения, не особо заметные, то пишите в комментариях, если я не заметил. Задавайте ваши вопросы также в комментариях. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.